Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша, Брисбен, Австралия. С еще с одним видео, где все идет без монтажа, без редактирования. Одна только правда. Пару дней назад я выпустил видео насчет кофе, и была довольно-таки большая реакция. Люди спрашивают, а как же ты начинаешь день? Как получать энергию? Если честно, энергию можно получать из абсолютно многих факторов, которые нас окружают. Как я лично получаю энергию? У меня есть пару вещей, которые я стараюсь делать каждое утро, в зависимости, есть время или нету. Я заряжаю себя спокойствием. Это означает, я уменьшаю стресс, значит, у меня будет энергия, потому что стресс противоположен энергии. Также стараюсь получать витамин D из солнца, инфракрасные лучи солнца только утром и вечером, и также полезный завтрак. А потом уже, через часок после завтрака, я пью кофе. И сегодняшнее видео, я выпущу два видео. Первое – это данное, где я объясняю, как я начинаю утро. И следующее будет короткое видео из парка. Я шел домой, я отвел ребенка в детский садик. У него было хорошее настроение, у меня было хорошее настроение. Возвращался обратно, иду через парк и смотрю. Два красивых попугая сидят на траве, себе спокойно тушат траву. Нету никакого ни ветра, океан спокоен, люди спокойно передвигаются. Такое ощущение, что никогда не было вируса, как будто нету суматов в жизни. И именно такое утро вас зарядит энергией. Стресс у вас заберет энергию. Если вы покушаете, это все выкинет сахар в кровь, вас это сделает уставшим. А пробки, какая-то суматоха, это все забирает энергию. Выделите себе хорошее количество времени, чтобы начать утро хорошо, спокойно. И тогда я вам гарантирую, большинство дня пройдет таким же образом. Хорошего дня, ребята! Гриша из Австралии. Большой привет. До следующих видео.